Всем привет! Вы снова находитесь на канале Виктора Самойлова, то есть меня. Как вы уже успели заметить, у меня новое гнездо на голове, а это часто предвещает хороший и веселый выпуск. В последнее время я подсел на обсуждение музыкальных клипов. И, честно говоря, даже забываю снимать влог про свою жизнь. Да и снимать сейчас, в принципе, нечего. На улице холод, голод, мороз, снег и вьюга. А на ютубе всегда можно согреться в компании приятных людей. Ну, к примеру, таких как я. Так что садитесь поудобнее, наливайте свой любимый чай или кофе, делайте погромче, потому что я начинаю обсуждать три музыкальных клипа, которые вы уже успели посмотреть, либо увидите после этого выпуска. Заранее хочу предупредить, что то, что вы услышите сейчас, сугубо моя личная точка зрения, и она может абсолютно расходиться с вашей. И это здорово. Этот выпуск я снимал в течение 3 дней, так что начинаем! Приятного просмотра. Светлана Лобода с видео на трек American. Не буду ходить вокруг да около, а сразу перейду к своему обсуждению этого видеоряда. В последнее время, я смотрю, пошел тренд на черно-белые ленты. Видимо, не всем девушкам хочется так краситься, чтобы стрелка была похожа на соседнюю стрелку. Ведь в черно-белом клипе вообще до фени как-то накрашена. Ты можешь быть вообще не накрашена. Картинка будет идеальна. В случае со Светланой все довольно-таки просто, понятно и логично. Первый кадр, который врезается мне в глаза, это Света в ванне. Очень интересно узнать у моих зрительниц, есть ли те, кто с укладкой и макияжем позволяет себе такую роскошь. Ведь только подумайте, вы потратили кучу денег на то, чтобы ваши волосы были так идеально уложены, волосинка к волосинке. Но совесть, как я полагаю, у Светы не мучается, потому что у нее много денег, и она может делать абсолютно любые укладки, когда принимает душ или идет подмываться. Так вот, картинка, где Светлана лежит и отдыхает, радует нас достаточно долго. Честно говоря, я уже зазевал на 10 секунде. Потом нам показывают крупным кадром ее пупок. Я не понимаю, какое отношение женский пупок имеет к истории. Либо тем самым она хочет показать свой идеальный пресс. Может быть, там есть отсылки к тому, что она была беременна, или что хотела ребенка. Но опять же, это просто моя бурная фантазия. Следующий кадр, как Света подходит к зеркалу и начинает страдать. Сейчас я постараюсь продемонстрировать вам всю боль Светы Лободы в этом клипе. Нет, подождите. Нет, стоп. Там было не так. Да, вот это уже более-менее похоже. Скажу вам честно свое мнение по поводу мимики Светы Лободы. Слишком, я считаю, там все натянуто. Я имею в виду лицо. Что непонятно, страдает она, смеется или прикалывается. Мимических морщин вообще не существует на ее лице в этом клипе. А без них мне лично непонятно, какую эмоцию она испытывает. Тем самым она становится для меня похожей на восковую куклу. Ну и, конечно, куда же без губ Светы Лободы. В мире можно смотреть только на две вещи беспристрастно. Это на губы Светы Лободы и на закат. Следующим кадром в клипе нам показывается, как девушка едет в очень дорогой тачке и начинает думать о всей своей жизни. Выключила ли она утюг? Заказала ли она доставку Delivery Club? Накормила ли она птичку? Сделала ли она шугаринг? Попшикала ли она волосы лаком? Намазала ли она губы гигиеничкой? Положила ли она прокладку на то место, на котором должна лежать уже давно и полчаса назад уже все промокло? Страдать в дорогой машине для меня это большая роскошь. Почему нам не показывают в клипе, как девушка может страдать в девятке, в «Жигулях», в «Москвиче». Нет, истории таких простушек, видимо, никого не заводят. Дальше идет сцена, где Света заходит в чей-то дом. Непонятно точно, ее ли это квартира, или квартира ее бывшего, или вообще бабушка ей оставила эту квартиру. И вообще, какого хрена она без спроса заходит? Что вообще происходит? Грабеж какой-то. Она заходит, оказывается, для того, чтобы понюхать рубашки. Видимо, на это у нее есть тонкий тайный фетиш. Она идет к гардеробу, достает первую попавшуюся рубашку и начинает к ней принюхиваться. Высокое подотделение? Не думаю.
Скорее всего, альпийские горы. Запах свежести ее обворожил, что Света потеряла голову и не заметила, как в дом зашел некий мужчина. Конечно, ее бывшего играет а-ля мужчина 45+, весь бородатый и какой-то не совсем ухоженный, на мой взгляд. В сцене, где она подходит к этому мужчине и вальяжно кладет ключи ему на стол, есть какая-то энергия. Я пустил слезу, я не могу это смотреть, это слишком для меня. Это драма. Господи, я 100 лет не смотрел такие клипы. Вы ждали этой реакции? О-о-о-о-о, нет-нет-нет. Меня даже порадовала эта сцена. Типа, на, бери ключи, я пошла. А мужик посмотрел на нее типа так, что... Ты вообще кто? Каким образом ты попала мне в квартиру? Света? Is it you? Oh my god, Света Лобода is my home! Oh my god! Нет, конечно, он посмотрел на нее, типа, пошла ты нафиг, ты меня и так уже достала своими соплями, слюнями, и вообще твое лицо ничего не выражает. А мне нужно что-то попроще. Мне нужна такая доярка обычная из Коцапетовки, чтобы она могла приготовить борщ, а не красить губы целый день. Ну, конечно, он этого ей не высказал, и Светлана Лобода ушла в туман. Затем все подходит к кульминации, а точнее к алкоголизму. Мужчина начинает курить, пить и танцевать. Видимо, ему весело от того, что Света покинула его дом. Хватит уже приходить, когда его нет дома, и нюхать его трусики. Знаете, для меня это было бы очень странно. Он празднует расставание, ему хорошо, но к концу клипа болит голова, он садится на пол и понимает, что у него нет дома ни китарола, ни ибупрофена, и придется ложиться спать прям так. Ну а все-таки конец клипа мне лично понравился. Что-то все-таки мне должно понравиться или нет? Когда режиссер потихонечку объезжает бампер машины и сосредотачивается на лобовом стекле, где Светлана Лобода плачет, тогда что-то у меня ёкнуло. Вот так. Ёк, ёк. Ёк, ёк. Ёк. Стало ее жалко, захотелось ее обнять, а когда я это хочу, я начинаю рыдать. Их на меня не может остановить. Но, к сожалению, никакого продолжения не последовало, они, как я полагаю, расстались. В клипе есть нотки драматизма, конечно же. Большинство людей сталкивались с расставанием и понимают, что это больно. Перенести чувство страдания Света пыталась все эти 4 минуты. Но только к концу клипа ей смогли закапать визин в глаза, и она поплакала. 3 из 5 и 7 из 10. Все слишком грустно, меланхолично и пафосно. В последнее время мне кажется, что страдать девушкам можно только либо в дорогой тачке, либо в блестящем платье на МКАДе, как Полина Гагарина в прошлом выпуске. Не бойтесь, девушки, я разрешаю вам страдать где только угодно. Не смотрите на этих плаксивых дур, будьте в тренде. Страдайте актуально. Страдайте так, как никто не страдает. Мне вас жалко, не могу. Что-то много ушло времени на Лободу. Давайте пойдем дальше. Всем поклонникам Сережи Лазарева я передаю привет и начинаю обсуждение на его новый клип «Ароматом». Не хочу никого обидеть, и если вы являетесь его поклонником, я буду обсуждать только клип, а не самого Сережу. Поэтому не переживайте, пожалуйста, не кидайте в меня помидоры и не ставьте мне дизлайк. Сережа красавчик, классный чувак, но клип... Сейчас я расскажу. Клип, который снял Сережа, действительно находится на профессиональном уровне. Режиссер снял павильон, взяли на прокат 2 тачки, на Авито нашли фотомодель, ну и припорошили это немножечко графикой 98 года. Так в чем, собственно, суть клипа? Просмотрев его, я тут же понял, что тема расставания такая же, как у Лободы, только, слава богу, уже в цветном варианте. И главный герой вовсе не блондинка с накачанными губами, а спортивный брюнет. Как только мы включаем это видео, нам дают ознакомиться, в принципе, с концовкой самой истории. Сережа бездыханный сидит на полу, прислонившись спиной к очень дорогой тачке. Мне что-то это уже напоминает. Вокруг разбросаны пули, а над пулями светятся слова. Негодяй, мразота, козел, вонючий, плохой мужчина, редиска, дурачок. Что это за слова и почему они высвечиваются над пулями, еще пока непонятно. Но подождите пару мгновений, и все станет на свои места. Оказывается, что тема расставания сейчас в тренде, и каждый режиссер интерпретирует это по-своему. Суть клипа в том, что Сережа сидит в одной машине, а незнакомка с белым цветом волос сидит в другой, и они пытаются разъехаться в разные стороны. Только вот незадача. Оба автомобиля связаны между собой канатом, и разорвать канат невозможно. Таким образом, режиссер передает нам всю суть проблемы. Разойтись двум людям очень сложно. Но возможно, если у вас есть
пистолет. Поэтому очень долгое время мы наблюдаем, как все-таки две машины пытаются разъехаться. У них ничего в конечном счете не получается. И главным героям ничего не остается, как выйти и начать стрелять друг друга. Здесь для меня было удивлением увидеть пистолет заблюренным, то есть в квадратик. С одной стороны, это выглядит смешно, потому что понятно, что это пистолет. С другой стороны, возникает вопрос, зачем это сделали? Неужели с помощью клипа они хотят заработать и тем самым не потерять монетизацию? Ну что же вы такие бедненькие-то, ай-яй-яй. Опять меня доводят. Опять я хочу всем помочь. Мама, почему я такой филантроп? Мамочка, скажи мне. Но не тут-то было, меня не обманешь. Сережа в качественной одежде покидает салон своего дорогого автомобиля и начинает стрелять в свою незнакомку. А она тем самым начинает отвечать. Типа, что за фигня вообще? Я ехала за колготками, а тут меня начинает стрелять какой-то прощелыга. Пули пролетают незаметно, не касаясь ни одного героя, ни второго. Хотя находятся они в 5 метрах друг от друга. Это излюбленный вопрос любого боевика. Как можно стрелять в упор и не попасть? Вот в этом клипе как раз можно этому обучиться. Также мне непонятно, действительно они были парой или нет, ведь нет никакого кадра, где они вместе живут, целуются, занимаются любовью. Ощущение, что просто действительно два незнакомых человека пытаются друг от друга отстать. Особенно меня вдохновил кадр, где пламя развергается, как вулкан, между Сережей и таинственной незнакомкой. Все горит в графике 3D 98 года. Ну, может, я слишком преувеличиваю, 2003 где-то. Но огонь горит, вода течет, ветер дует. Огонь не касается ни Сережи, ни этой незнакомки. Ведь он не настоящий. Он лишь метафора. Правильно я слово подобрал или нет? Короче, этим огнем режиссер показал страсть и накипевшие чувства друг к другу. Также хочу заметить лично я, что мне не понравилось освещение в клипе. Когда Сережа едет за баранкой этого пылесоса, достаточно дорогого, свет падает так на его лицо, что ему дашь еще плюс 10 лет к возрасту. Ну это я так, просто мое легкое замечание. Долго кульминацию ждать не пришлось. Сережа понимает, что лучше сдаться и больше не стрелять в эту незнакомку. Ведь они уже оба попадают под статью. Он решил сделать хитрый ход конем. Пожертвовать собой. Ну тут два варианта. Либо у него действительно кончились пули и стрелять больше нечем, либо он действительно такой герой. Он выходит из укрытия и идет прямиком на эту женщину. Женщина немного опешила, такая, вроде бы по сценарию все должно быть по-другому, но Сережа что-то взял все в свои руки. Она посмотрела на режиссера, на Сережу. Она посмотрела на режиссера, на Сережу, еще раз на режиссера. И поняла, что ничего не поняла. Ну, естественно, это все вырезали, и мы этого не увидим. Она решила взять инициативу в свои руки, как в принципе в большинстве случаев сейчас женщины и делают. Хрен дождешься от мужика какой-либо инициативы в нашем 21 веке. Чтоб тебя пригласили в кафе попить кофе или в кино позвали, это нужно настолько постараться, что мужикам иногда даже и не свойственно об этом задумываться. И даже если ты пойдешь кофе пить с незнакомым человеком, ты будешь платить за свою кружку. Сейчас никто за вас, девочки, платить не собирается. Так что если вдруг вы собрались привязывать свой бампер к другому бамперу, как у Сережи в клипе, будьте начеку и запасайтесь сбережениями. Ведь, возможно, ваш новый избранник не захочет покупать вам пельмени за свой счет. И инициативу придется предлагать снова вам. Так вот, вернемся немного в клип. Сережа на последнем издыхании идет навстречу этой девушке. Эта девушка понимает, что выхода нет. Ей заплатили за 2 часа съемки, а пошел уже 3-й. И если она не выбьет у Сережи сумму за 3-й час, она его просто грохнет. Так и случилось. Внимание, спойлер для тех, кто не смотрел. Когда Сережа и эта незнакомка подходят друг к другу, незнакомка вытаскивает пистолет и стреляет в него. И попадает в грудь, из которой излучается божий свет. И мы видим, что Сережа не смог удержаться от этой смертельной пули, дошел до бампера, сел на пол, красиво повернул голову, положил рядом с собой пистолет и скончался. А, нет, нет, подождите, стоп. Конечно, это все понарошку, мы же все понимаем это. Свет, который излучался из груди Сережи в клипе, скорее всего, это его чувства, которые до сих пор остались к этой незнакомке. Ну а что касается истории этой девушки дальше, ничего не сказано. Смогла она уехать из этой студии или нет? Успела она в аптеку? Купила ли она свои злощавые колготки? Непонятно! Ну уж точно, в чем я уверен, она получила свой гонорар. Разбросанные пули, огонь и пламя, страсти-мордасти, 2 красивые дорогие тачки и заблюденный пистолет
это все, что я увидел в этом сумасшедшем дорогом клипе. Спасибо, Сережа, за такую большую объемную работу. Песня мне не зашла, к сожалению. Даже цитировать ее здесь не буду. Если хочется почитать текст, гуглите, ребят. Ну а если захотелось посмотреть это супер видео, переходите по ссылке, я оставлю ее под этим видео. Эх уж эти блондинки. Ну а пока Сережа воскрешается и готовится к съемкам нового клипа, мы с вами поедем дальше. Кто мог подумать, что этого музыканта я буду обсуждать? Я впервые видел его клип, и мое впечатление очень хорошее. Чувак, который взял себе псевдоним The Weeknd, и его новое видео на песню Sacrifice взбудоражило меня, разбудило во мне похоть и страсть, но лишь всего на мгновение. Так что же мучит себя и вас? Давайте начнем обсуждать этот клип прямо сейчас. Как только вы нажимаете на кнопку play, перед вами открывается черный экран. Волей или неволей щебетание и чириканье птичек начинает насиловать мою ушную перепонку. А бывает перепонка не ушная. И вот-вот я чувствую, что сейчас появится яркая картинка, который покажет мне розовые пони, пушистые облака и унесет меня в рай. А может даже передо мной возникнет картина березок, сосенок, ели, и я окажусь на роще, где я бегал совсем маленький и какал под кустиками. Но спустя мгновение я встречаюсь лицом к лицу с черным мужчиной. Это оказывается тот самый The Weeknd или Weeknd. Где правильное ударение? Ну-ка, поправьте меня. Мужчина начинает тут же трогать себя за руку. Складывается ощущение, что он пытается привести себя в порядок. Следующий кадр заполняет все вокруг, а именно яркий свет откуда-то с потолка. Мне это уже напоминает клип Сережи Лазарева. Это действительно сейчас тренд разговаривать со светом или пускать его из своей груди? А как все друг на друга похоже. Так вот, не будем отходить от темы. Этот свет из потолка направляется на лицо The Weeknd и говорит ему, что ты хороший мальчик. И тут же, спустя секунду, главный герой просыпается на танцполе. Вокруг него беснуются люди в темных мантиях. Либо он на БДСМ-вечеринке, либо он в ночном клубе, либо он в какой-то секте. Еще непонятно, что с ним произошло. Но, на мой взгляд, чувак сильно перебрал с алкоголем. В то время, пока он тусит где-то пьяный в стельку, его жена и двое детей сидят дома и ждут его с работы. Кстати, я сейчас ее позову. А? What is it? Oh my God! Где ты находишься? Weeknd, почему ты не дома? Ты бухаешь? Ты пьяный? Ты пьешь коктейли B-52 Long Island где-то и без меня? Твои дети очень голодные, сидят дома, ждут тебя. А ты танцуешь? Нет, и я не хочу знать, что ты там делаешь. Сколько раз я тебе все прощала. Я прощала тебе задержку зарплаты, искусственные цветы на 8 марта. Да я бабочку твою еле терплю. А я еще думала, иди на вторую работу. Я очень злая, иду сейчас же спать. И прошу тебя не забывать, что я еще твоя жена. А ты можешь не возвращаться. Прощай, отец наших детей, вонючка. Я одинокая женщина. Я очень-очень несчастная. Я твоя жена. И я не стану это терпеть. Хорошо, я позвоню твоей матери. И все я расскажу, какой ты засранец, где ты пропадаешь. Где ты шляешься ночью и смеешься? Хи-хи! Ну-ка быстро, вот родители на работу! Быстро сказал! Пока я тебе не стучал! Все твоим детям расскажу! Грязная свинья, поросенок! Думаю, мужику осталось жить пару часов. Пока проигрывается первый куплет, незнакомцы хватают The Weeknd и несут его куда-то на пьедестал. И тут мы видим в центре зала, нет, вовсе не секс-качели, а что-то металлическое, круглое и непонятное. Не успели мы моргнуть и глазом, как
главного героя привязывают к этой металлической хреновине, а незнакомцы начинают крутиться и вертеться, как будто они тоже перебрались с алкоголем. Бедный все-таки чувак. Его привязали, и он не знает, что с этим делать. И вместо того, чтобы позвать на помощь, он начинает петь песню. Sacrifice, sacrifice. Я жертва, я жертва. Ой, ты просто еще в России не жил. Привязали его к металлической хрени. Так пить меньше надо, ешкин ты матрешкин. Спустя какое-то мгновение в кадре появляется незнакомка в красной мантии. И своей грязной ручонкой пытается докоснуться до звезды. Но не тут-то было, ведь песня-то еще не кончилась. Во втором куплете и втором припеве Уикенд уже уходит в какой-то экстаз. Ему кажутся разноцветные лучи, его лицо раздвоенное, то расстроенное. Происходит какой-то 3D-эффект с его рожей. Но что бы ни случилось, мы все-таки переживаем, освободится ли наш герой из этих оков. Сможет ли он пойти на работу завтра? Накормит ли он своих детей? Купит ли он своей жене шубу? И отправит ли своей маме посылку на День Благодарения? Еще ничего не понятно. Бедный The Weeknd. Бухать меньше надо. Бухать, сколько раз я говорил. Я не буду плакать, я не смогу. Нет, не смогу. Хватит уже. По факту я могу сказать, что клип очень скучный. Скучнее, чем у Полины Гагариной. Честное слово. Под конец клипа незнакомка в красной мантии начинает обманывать зрителя. И мне это уже не нравится. То она молодая, то она старая, определись уже. Почему я должен ломать голову, когда смотрю это видео? Все должно быть легко, с посылом, с какой-то определенной философией. Привязала мужика и издевается над ним. А может быть она его любовница? Ручками своими шаловливыми к нему тянется. Ай-яй, беспардонная. Еще и мужиков вокруг себя собрала в мантии. Бедный The Weeknd, он крутится и вертится, как курица гриль. А он никому ничего плохого не сделал. Глупый клип, не буду его больше смотреть. Что сказать про кульминацию и финал клипа, не знаю. Этот луч с потолка освещает его лицо даже в конце, тем самым либо вытаскивая из него душу, либо наоборот вселяя в него суперсилу. Лично я ставлю клипу 2 из 5 и 5 из 10. Ничего не понятно, все в черных тонах, история какая-то глупая, и песня мне вообще не понравилась. Я надеюсь, The Weeknd, ты меня услышишь и наконец-то споешь долгожданный хит, под который я буду отрываться днем и ночью. Люблю, целую, обнимаю, как говорится. Пора заканчивать этот выпуск. Вот и подошел этот выпуск к своему логическому завершению. Я хочу поблагодарить каждого, кто досмотрел видео до конца и поставил лайк. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал. Добавляйтесь в мой Инстаграм и становитесь моими новыми друзьями. Ну а если у вас есть свое мнение и вы хотите предложить мне тему для разговора, пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Надеюсь, этим видео я никого не обидел и не оскорбил. Мне нравится смотреть музыкальные клипы и оценивать их с такой точки зрения. На мой взгляд, это смешно и забавно. Тем более, что все это я снимаю без какого-либо сценария. Чистая импровизация. Надо мне было идти на стендап, многие мне говорили. Хочу пожелать каждому здоровья, у нас сейчас у всех сложная эпидемиологическая обстановка. Берегите себя, пожалуйста, и не забывайте улыбаться. Ведь своей улыбкой вы можете кого-то исцелить. Спасибо большое всем и каждому. Я вас люблю, целую и крепко обнимаю. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока.